На данный момент школа в жилом комплексе «Первый квартал» завершена на 40%. В ней проведены работы по подготовке фундамента и технических помещений. Сейчас идет монтаж железобетонного каркаса. Производятся работы по обустройству инженерных систем. В июне у нас задача завершить сборный каркас, именно сам каркас школы. Все будет полностью закончен. Ну и, соответственно, продолжать те работы, которые уже мы начали. Это инженерные сети вентиляции, отопления, слабые токи, электрика. Здание будет иметь нетипичную форму для общеобразовательных учреждений. У школы переменная высотность. Этажность варьируется от 3 до 5 этажей. Из-за этого у объекта будет односкатная крыша. Это связано с особенностями рельефа вот, конкретно этой местности. Если обратить внимание, у нас часть, которая вот, выходит к жилому комплексу, она на возвышенности находится. И вот архитекторы применили такой прием, чтобы сгладить все это. Будет построен мост, и вот центральный вход он будет осуществляться со 2-го этажа. Площадь объекта составляет 27 тысяч квадратных метров. На территории для учащихся будут установлены стадион и спортивные тренажеры. Строительство планируется завершить в декабре текущего года. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.